Здравствуйте. Вот и подошла очередь. Обязательно для видеоигр уровня в канализации, и я предлагаю его побыстрее закончить. Не то чтобы он плохой, просто нудноватый. Так, там нужно вот для той стены найти динамит, чтобы ее разнести, поэтому давайте ее поищем. Его, то есть. Нас тут пытаются напугать звуковыми эффектами, но нам ничего не страшно. Вот в этом ящике прячется лягуха. Они нам еще повстречаются. Но самое страшное на этом уровне не они. Самое страшное — это вот эти вот ребята. Да, их будет много. Тем не менее, мы взрываем эту стену и отходим подальше. Не только потому, что взрыв. Но еще и потому, что небольшая армия скелетов. И мы их расстреливать будем исключительно вот так. Ну, возможно, двустволкой, когда они подойдут ближе. Просто потому, что нам надо немного подэкономить пуль. Для следующих боев. Так как с самого начала у нас всего 50, и... Даже эти 50 после пригодятся. Итак, помните, я говорил, что нас попытаются напугать? Было страшно. Нет. Вот здесь вот пулеметчик. Я про него чуть не забыл. И вот отсюда парочка будет. Давайте встретим их фейерверком. Это, наверное, вот так вот. И вот здесь почему-то скелет появляется. Хотя в этот угол идти смысла нет. Но есть смысл заглянуть в эту комнатку. К сожалению, не в нашем случае, потому что мы не используем вот эту серьезную бомбу. Ну да ладно. Про этого чувака я тоже забыл. Значит, взорвал мою ракету. Прекрасно. В этой комнате прячутся зомби. И когда мы подбираем броню, комната закрывается. И сверху вот отсюда падают зеленые яйца. Из них вылупляются маленькие вот эти вот гады. Это не проблема, просто... Нужно вокруг них идти и расстреливать потихоньку. Главное не попадаться, потому что если они загонят в угол, то они очень быстро закусают. Это может плачевно закончиться. Главное не застревать в геометрии уровня, как я это обычно делаю. И все будет хорошо. Обычно, когда появляются коробки с патронами, из комнаты можно выходить. То есть, дверь будет открываться. Эта комната абсолютно не обязательна, и если нет желания ее делать, то... Можно в нее не заходить? Ах да, страшно. А вот здесь, тем не менее, действительно страшно, потому что здесь будет около миллиарда вот этих вот зомби с дробовиками. И мы с ними поиграем в Call of Duty. То есть стреляем из-за укрытия и уходим обратно. Потому что хит-сканеры? Да. Ау. Отлично. Здесь вот они за коробками прячутся. Мы их тоже убьем. В коробках в некоторых лягухи. Здесь такая же история. Такой живучий. Так, и, по-моему, еще в какой-то коробке. Да, вот в этой, да. Убиваем всех. Там кто-то кричит, но...
Мы сначала возьмем здесь ракеты и еще раз испугаемся. В тот коридор идти нет смысла, там всего лишь мешочек. Но есть смысл зайти сюда и спасти вот эту вот девушку, я полагаю. Но не расслабляемся, потому что на нас теперь на обоих попытаются напасть. Вроде ничего сложного, но эта комната со временем станет гораздо мерзотнее. Вот потому что из-за этих ребят тут больше будет, они наверху появятся, в общем. Так, женщину обижают. Ее могут убить, к слову. Так что мы постараемся ее защитить, но как бы ничего не обещаю. Аккуратненько, из-за укрытия. Это же так весело. Поэкономим немножко боеприпасов. Я уже говорил, не понадобится. Отлично. И какова же наша награда? А, ростовая фигура. Серьезно. Которая на самом деле дополнительная жизнь. Оно того стоило. Спасибо. Мы еще здесь не закончили. Здесь есть вот такая вот дверь, за которой вот эти вот ребята. Если мы их убьем, вот его и этого паренька, дверь откроется. И я не очень хочу комментировать то, что здесь есть, потому что нравится современное общество и так далее. Кто-то может обидеться, но тем не менее. Здесь происходит, в общем, вот это. И, да, для меня это выглядит мерзко, поэтому сделаю вот так. Это единственный секрет на этом уровне, вот такой вот. И тут еще есть Гнар, который бессмертный, к слову. Ну да ладно. Все, что должно быть в канализации, происходит в канализации. Здесь ничего нет. Окей. Дальше будет коридор. Но для начала вот эти вот ребята. Два пулеметчика и красный ракетчик. Они довольно мерзкие. Итак. Тактика для этого коридора следующая. Проходим дальше. Убиваем вот этих скорпионов. Там берем ракетницу и спамим, пока они не кончатся. Ну, либо ракеты, либо враги. Но ракеты кончатся раньше, чем монстры, поэтому... Поэтому просто спамим. И немножко пулеметика с гранатами. Это рецепт успеха и счастья одновременно. Пользуйтесь пока бесплатно. Хотя, в принципе, здесь и дробовик справляется, если также гранатами немножко препарировать. Опять же, все ради экономии. Отлично, мы это пережили. Забираем вкусняхи и заходим вот в это многообещающее помещение, которое мне чем-то напоминает даже классические уровни, то есть гигантская арена с предметом посередине, который мы возьмем, и тут начнется мракобесие. Тем не менее, сразу после того, как мы его взяли, бежим вот в этот угол.
Потому что, да, вы угадали, хит-сканеры, зомби. И у нас снова здесь Call of Duty. Нужно стрелять из-за укрытия, аккуратненько. Да-да-да, вот так вот. Что может быть веселее шутера из укрытия, да? Не, могу, конечно, выйти там напрямую, расстрелять их, но... Скорее, они меня расстреляют. Потому что от них нет возможности увернуться. Они стреляют больно, к слову. Это прошло относительно безболезненно. Следующая волна будет более приятная, наверное. Это скелеты. Упс. Здесь просто носимся, следим за всеми остальными ребятами, которые носятся здесь. И стараемся не подпускать их к себе. Все просто. Хоть они и не такие резвые, как их собратья из предыдущих частей игры, но они могут зажать в угол и будет больно. Неплохой кластер для гранаты был. Время от времени буду им пользоваться, потому что граната мне тоже понадобится. Я уже примерно для себя знаю, как боеприпасы распределять на этом уровне, чтобы было более-менее и играть комфортно, и хватило на все, что нужно. Неплохой кластер. Взорвать бы их. О, да. Так, уже появляются левухи. Добьем вот этих скелетов. И... полагаю, можно переключаться на пулемет, где бы он ни был. Вот он. Потому что их здесь много. Они появляются отовсюду, и они довольно смертоносные. Хоть и маленькие. Также появляются красные скорпионы. С той стороны тоже будет, но мы пока займемся вот этими ребятами. С тем временем заканчиваются пули. Не то чтобы это хорошо, но вроде бы все нормально. Взорвать бы этих ребят. Прям много. Ва! Это было смачно. Так, это должен быть под... какого хрена? Простите, что? Я не понимаю. Вот та вот... свадьба, так называемая. Это был единственный секрет на этом уровне. И он почему-то не засчитался. Ну, странно. А как-то... Может, потому что я... убил их всех и не прошел дальше? Подождите, я зашел уже в комнату. Или я зашел недостаточно... далеко. Может, триггер ломается, когда их убиваешь с расстояния и потом заходишь. Да, в любом случае у меня... Считаем, что
Секрет я в любом случае добыл, мы все его видели, мы все это видели, у меня есть видео-доказательства. Все, я не переделываю этот уровень, не хочу. Не то чтобы он плохой, как я говорил, но он очень нудный. Начало нудное, хит-сканеры, вот это вот, вот эти вот зомби, с которыми надо из-за угла сражаться, если ты хочешь хоть немножко жить. И даже если ты выживешь, у тебя будет очень мало здоровья, чтобы пережить какие-то следующие комнаты с нормальными врагами. Финальный бой тоже более-менее интересен, но опять же, он начинается с хит-сканеров, с которыми нужно реально играть в Call of Duty или в Gears of War, так из-за угла их постреливать. Аккуратненько. Там еще скелет. Со скелетами, в принципе, весело, но мне кажется, финальный будет длиться чуть дольше, чем должен быть. Затянут немножко. Ну и, блин, вишенка на торте, то, что секрет не сработал, это просто гениально. Я не знаю. Серьезно, я не переделываю этот уровень. Оставим его как есть. Я секрет показал, я его нашел, я там всех убил. А то, что игра не засчитала, это как бы, ну, сорянчики, это не моя вина. К тому же, это не самый последний патч. Ну, он был последним, конечно же, долгие годы, но тем не менее. Это 2.0.8.0. Все это еще до недавних обновлений. Ну, может быть, это починили. Вроде всегда у меня триггер срабатывал. Но, возможно, я просто дальше заходил в эту комнату, прежде чем там всех разнести. Они как бы первые начинали, поэтому я решил это сделать заранее. Потому что на чужой свадьбе получить дробь в живот, по крайней мере, первым, это как бы... не очень весело. А да ладно, на этой замечательной и глючной ноте разрешите откланяться. Спасибо за просмотр и всего доброго.